Отбор в подмосковную команду на чемпионаты первенства России – это всегда интрига. Участие в состязании принимает около 300 спортсменов не только из Московской области, но и других регионов России. Кандидаты в сборную разделены на три возраста. За путевку борются юноши и девушки в кумите и ката. Сегодня отбираются возраста 14-15 лет, 16-17 и 18-20. Ребятишки, которые маленькие, они просто участвуют как в открытом кубке. Просто повышая свой опыт спортивный. Одинцовский район представляют спортсмены из поселка Горки-10, воспитанники Игоря Лизункова. У ребят насыщенный график. В мае они успели выступить на 5 всероссийских соревнованиях. Успешно. Принцип горковских каратистов – без медали не возвращаться. В этот раз Василий Серебряков, Сергей Титов, Артем Плахутин и Владимир Тарнакин стали первыми, получив путевку в сборную команду Московской области. Сначала мы участвовали во всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге. Называется турнир «Петербургская весна», проходит уже достаточно очень давно. И мы туда ездили вот второй, по-моему, раз, да. И второй раз я взял золото, то есть дважды был чемпионом этого турнира. Потом мы поехали в город Новосибирск. Там я стал первый. Еще мы повезли еще два золота, одну бронзу и серебро. Соревнования в Одинцово – это возможность проверить свои силы и для юных каратистов. Младшие спортсмены принимают участие в открытом кубке по карате. Помимо подмосковных ребят, на татами выходят их соперники из Калининграда и Байконура. У нас в Байконуре, да, 230 спортсменов занимается. Спортивная школа работает, 6 тренеров преподавателя. Очень развита, да. Вот мы в Казахстане, вот лидеры по ката, да. Сейчас вот у нас будет чемпионат Азии в Астане первый раз в Казахстане. Но у меня вот 5 спортсменов прошли на чемпионат Азии. Готовимся. Это в июле будет, с 9 по 17. В сборную команду Московской области попадут около 30 спортсменов, которые в августе примут участие в чемпионате России. Лучшие отправятся на чемпионат мира в Испанию, который пройдет в ноябре. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».